Казанском федеральном университете стартовал ежегодный молодежный фестиваль «День первокурсника». Ежедневно до 13 октября на сцене Большого зала культурно-спортивного комплекса «Уникс» свои уникальные программы представят танцевальные, театральные и вокальные коллективы институтов. Первыми раскрыли свои таланты и способности коллективы Института психологии и образования и юридического факультета. Казанский федеральный университет, Банк ВТБ, Департамент по молодежной политике, студенческий клуб КФУ представляют ежегодный фестиваль «День первокурсника» и жюри фестиваля. Денис Александрович Валиев, Игнат Русланович Изотов, Нинель Владимировна Мочалова, Виктор Алексеевич Рассадников, Роман Петрович Баканов, Илья Святославович Пруяка, Максим Леонидович Толчинский, председатель жюри Игорь Сергеевич Сухов. Институт психологии и образования был первым в очереди. Будущие душеведы и учителя определили ключевую тематику своей программы. Главному герою приснилась его заветная мечта, и в течение всего концерта он шел к ее исполнению. Только представьте, что процесс мозгового штурма можно перенести из реального мира в мир сновидений. Это повысит вашу продуктивность и поможет освободить до 4 часов в день. Актер в роли знаменитого психолога Карла Юнга, который в свое время занимался психологией снов, поприветствовал зрителей. Основная часть концерта состояла из 9 актов, 9 номеров. Среди них театральный коллектив «Ипионы» представил этюд под татарскую народную колыбельную. А танцевальный коллектив «The Station of Свет» исполнил танец под песню певицы Айгел, тематика которой тесно связана с культурными особенностями республики. Я салям жаным салям, мухкали самим кулям, син бекли самим берем, син хвари самим курям, жаным салям, син уйли самим белям, син ошо самим ёбам, син хоша самим тоба. Во второй части программы на сцену вышел коллектив юридического факультета. Студенты профессионально затронули тему разрешения конфликтов. Главные герои на протяжении всего выступления делили знаменитое место для репетиций в Униксе. Вся история проходила в формате судебного разбирательства. Ребята подчеркнули важность мирного и демократического решения конфликта, даже если это касается бетонки. Не обошлось, конечно, без вокальных и танцевальных номеров. Новоприбывшие студенты подчеркнули идею национальной идентичности и станцевали лезгинку в народных костюмах. История, известная веками, о том, как средь бушующей войны любовь вдруг возникает меж врагами. Влюбленные не ведают вины, они друг другу до конца верны. Но мы живем сегодня с вами не так, как раньше молвить мог Шекспир. Дома наши далеки от Италии, и каждый день нам шанс приносит этот мир. Напомним, что фестиваль «День первокурсника» Казанского федерального университета проходит с 3 по 13 октября. На второй день, 4 октября, первым выступит Химический институт, а закончит Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Начало представления традиционно в 17:30. Билеты приобрести можно у профоргов институтов, а прямую трансляцию фестиваля можно посмотреть в группе «Универ ТВ» ВКонтакте. Валерия Карташова, «Универ Ньюс». We'll be right back.